Мы в чудесном городке, вот тоже на одной из центральных площадей, где расположен собор святого Томислава. Годы жизни Томислава 975-1050. Собор начали строить в 1166, соответственно, в 2016 его исполнилось 850 лет. Процессия, которую мы абсолютно случайно застали, и в которой принимают участие совсем молодые люди. Процессия, которую мы только что наблюдали с вами под звон колоколов, происходила вот там, возле этого самого собора, на площади перед ним. Так нам удалось попасть сюда, спасибо Надежде, несмотря на мои сомнения, стоит ли подниматься на крепостную стену или нет. Она сказала: давай, и я ослушаться не сумел. Мы с вами на крепостной стене, защищающей Котор со стороны гор. Городочек, который сейчас вы видите, в котором мы знали уже не первый раз, и по которому чуть позже мы прослушаем еще одну обзорную экскурсию, так и называется Котор. Самое главное, что здесь есть, это защищенные бухты. В соседней бухте, расположенной вот здесь, где одна скала освещена солнцем, а вторая темная, это вторая Которская бухта, находится городочек Петар. В этом городке есть два чудесных маленьких островка. Один из них естественный, второй искусственный, насыпной. И именно на этом острове, насыпном, стоит церковь Девы Марии. И с ней, с Девой Марией, с ее иконой, связана любопытная легенда. Ну, а мы с вами любуемся, я думаю, вы согласитесь со мной, чудесным населенным пунктом, население которого сегодня составляет 13100 человек, а вот в рамках старого города живет чуть более 500. Я неоднократно употреблял слово сочетание «Которская бухта». Она действительно защищена со всех сторон высокими горами, Ливонскими скалами. Это известняковые скалы, а естественная амбиента, естественный природный ландшафт сделали в свое время это место очень привлекательным для венецианцев. Словосочетание «крепостная стена» я употребил несколько раз, а сейчас хочу показать только кусочек из нее. Она действительно расположена довольно высоко над городом и действительно очень надежно защищала город от террористических набегов. То, что вы видите, наверняка даже на экране монитора, телефона или телевизора производит впечатление. То, что я испытываю здесь,
находясь на месте, словами передать нельзя. Вот здесь, где вы видите скопление автомобилей, стоянка, куда нас привез туристический автобус, чуть дальше современная часть Которя, а вот это, начиная за этими башнями, их тут всего 9, настоящих крепостных стен тут никогда не было, находится сам красавец Котор. И сейчас мы спустимся вниз, так сказать, с небес на землю и пройдем по его узким улочкам. Ой, подниматься на гору, на стену было очень тяжело, конечно, но я не жалею об этом. Такую красоту увидели. Очень красиво сверху смотрится. И в Хорватии, в Боснии и Герцеговине, и в Монтенегро, где мы с вами находимся, есть кошки. И Надежда с ее добрым широким сердцем кормит их с удовольствием, вспоминая о нашей собственной красавице Анфисе. Сплит, Дубровник, Котор и другие города имеют много общего в смысле истории и в плане внешнего вида. И описывается эта тема, о чем я уже неоднократно упоминал. Замечательные поздние средние века в 15, 16 и первой половине 17 века все эти города либо были основаны, либо построены, либо реставрированы венецианцами, тогда королем торговли в регионе Средиземного моря. Я уверен, если вы хотя бы иногда смотрите мои видеосюжеты, вы слышали многократно мною повторяемое. Я не хочу и не пытаюсь вникать в подробности, в историю развития, становления, задачи, которые я ставлю перед собой, показать вам, друзья мои, это места, которые однозначно заслуживают того, чтобы о них знать. Приедете вы сюда или нет, выберете вы для своей поездки, для своего путешествия именно Котор, именно Хорватию или нет, не принципиально. Знайте, здесь очень красиво. Иногда мне сложно оторваться от чего-то, что мне очень нравится. Поэтому еще раз, этот храм, построенный в романском стиле, и это замечательно, пока еще не занята массой туристов площадь. Тот же известняк, та же система защиты от жары, а именно плотно, недалеко друг от друга расположенные дома, которые создают даже в летние жаркие дни своего рода коридор для ветерка. Здесь есть чудесные уголки, и если время вам позволит, то вы, так же, как и мы, обнаружите. Ну вот этот кот или кошка, кошка, говорит Надя, символ кошек, которых мы только что видели и которых кормила жена. Весь Котор и Сплит, и Дубровник можно назвать сокровищем еще более ценным, чем украшение, которое вы только что видели. Городочек – магнит для туристов. И мы абсолютно не жалеем о том, что сюда приехали во второй раз. И несколько последних видеозарисовок, после которых, я думаю, впечатление, представление о Которе сложится полностью. Это сербская часть Черногории, Монтенегро. И храм, который перед вами, традиционный христианский православный храм. Внутри храма
снять не удалось. Там как раз идет месса, служба в храме, много людей, задымлено. Поэтому вместо храма показываю вам эту замечательную уютную площадь с источником для воды. Весна в разгаре. В начале дня было прохладно, плюс 13, и даже моросил дождик. Сейчас же погода, пожалуйста, выше всяких похвал. Тепло, солнечно. И мы с вами в главном музее Котора. Музей пароходства, судоходства. На этой площади совсем недавно мы начали съемки и увидели процессию конфирмации. И на этой же площади, возле собора кафедрального святого Томаша, мы и закончим короткое знакомство, короткую видеопрогулку по Котору. А я хотел снять этот чудный храм изнутри. Дело в том, что мне удалось туда зайти до службы, он был пустой, и я, как человек, побывавший в сотнях церквей, могу сказать, это великолепный образец романской архитектуры. Но не удалось. Ну что ж, все увидеть все равно невозможно, обо всем рассказать и все показать безумно сложно, тем более в таком коротеньком сюжете. Поэтому вывод я делаю все время один и тот же. Нет смысла сидеть дома. Жизнь летит быстро-быстро. И не успеешь оглянуться, и ценности, которые остаются у тебя, это ценности, а именно воспоминания о том, что ты видел, где ты был, что ты слышал, что ты помнишь. Поэтому приезжайте в Котор, приезжайте в Дубровник, заезжайте в Сплит, посмотрите, как выглядит Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия, Черногория. Сделайте это, и вы не пожалеете. Подписывайтесь на наши сюжеты, ставьте лайки. Ваша Надежда и Григорий. Пока, пока.